Всем привет из Северного Крыма. Вот вам снимал видео. Жара у нас под 40 градусов, да? Сегодня. Сейчас хочу вам показать. Вот. Покажу. Гармала обыкновенная. Видите? Что происходит? Сейчас вот после обеда уже так целый день. Видите? А пахнет тут просто непередаваемо. Тут пчелка, капец. У меня сейчас степь вся гудит. Пчел капец, насколько. На гармале, гармала сейчас разгар цветения начинается. О, тут все пчела гудит. О, пчелки. Пчелка вся сейчас, вот пчелка. По лицу нектар собирает. Вот это нектар собирает, он пьет, глубоко залазит, пьет. Видите? То есть не 40, даже больше 40, там 42 давит. Она все равно, то есть чем больше жара, тем больше она выделяет, я так заметил. Ну, то есть, короче, именно вот этот медонос, полупустынь, засушливых степей, он отличный просто, медонос и пальценос. То пчелкам просто выручает. Вот они с нее таскают нектар. Пыльцу, аромат какой стоит здесь. Как она пахнет, хотя ядовитая. Стебли ядовитые, вот это все ядовитое, его как бы есть там это нельзя. Вот, но нектар с него обалденный просто. Нектар очень даже это... Очень полезное лекарственное растение. Там, кто не читал, почитайте, погуглите. Гармала обыкновенная. На Г начинается. Гармала обыкновенная. Почитайте. Ее даже рекомендуют для обработок помещений. Там это от теперешнего лоховируса. Ну, коронавируса так называют. От лоховируса, короче, это все. В общем, когда чума была, такие заразные заболевания использовали. Очень она в медицине часто используется. Это растение. Ну, в народной смысле медицине. Вы поняли, именно траволечение, вот это все. У некоторых народов даже считается священным. Народов Востока там. Это растение. А тут пчелы, короче, вся она гудит. Вот представьте, у меня сейчас вся степь, вон полностью все видно, вот это все, вон все бугры, все зеленое в этой гармале, естественно, они гудят. Все там собирают. Поэтому сейчас вот жара спадает, я иду пчелкам и подкидываем еще магазинчики в разрез. Под мед ставим. Даже вон этот. А цветоед жрет ему хоть бы что, а он нектар пьет, вон видно? Жук цветоед пьет нектар. Пчела вся гудит. Вот такая вот. Интересная. Пальценос и медонос. Гармала обыкновенная. Все. Ветерок хоть начался, сейчас пойду к пчелкам работать. Ветерок как по заказу. Блин, вот сейчас ветер реально радует. Когда в степи дует ветер. Летом в жару. Вот видите, она. Ему хоть большой этой гармали, она сейчас вот вся по степи зацветает. А еще очень много не зацвевших. Вот эти вот, видите, шишечки. Вот они только открываются, маленькие. Вот это все будет открываться, это цветет, 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 цветет. И так она, короче, иногда до конца июля цветет. В общем, на пару месяцев нельзя так обеспечить. С нее стабильный. Не знаю, сколько она по медоносности, нигде не пишут, но я думаю, кило полтора носят. Это нормально для полупустыни. Главное, что есть каждый день принос стабильный. Вон. Пчела пыльцу ковыряет, видно? Какая пыльца с нее красивая. Вон будет видно. Ай, красота. Естественно, большая часть пчелы собирает нектар. Ну все. Как-то так. Дело к вечеру идет. Сейчас жара будет спадать. Они будут до ночи здесь колупаться. Всем пока.